ГТРК «Кубань» совместно с Русфондом продолжает совместную акцию. Сегодня мы можем помочь 3-летнему Артему Крайсвитнему из Новокубанского района. У мальчика двусторонняя сенсоневральная тугоухость 4-й степени. Самая сложная и часто неизлечимая форма заболевания. Николай Лесников расскажет, как помочь Артему. Знакомьтесь, это 3-летний Артем Крайсвитний. Самостоятельно и беззаботно играет в песочнице. Именно таким активным и обаятельным мальчишкой его многие видят со стороны, не догадываясь, что он пережил. Он родился, у него признали порок сердца врожденный. Ему сделали сразу операцию. В прошлом году в ноябре нам сделали вторую. Нам два поставили шунта. Полтора года Артем начал говорить долгожданные слова «баба», «мама», «папа», «дай». Но тогда организм был еще слаб, и мальчик постоянно болел. Очередная простуда с температурой 42, а после пневмония, можно сказать, сделали контрольный удар. Тема перестал реагировать на слова и звуки. Диагноз – двусторонняя сенсоневральная тугоухость 4-й степени. Тема, сынок. И теперь большую часть своей маленькой жизни Артем не слышит. Он потерял одновременно вдвое больше – и слух, и речь. Тема нуждается в многоканальных, программируемых, сверхмощных слуховых аппаратах с индивидуальными внутриушными вкладышами. Сейчас ребенок в том возрасте, когда у него должна активно формироваться речь. В дальнейшем планируется провести мальчику операцию – кохлеарную имплантацию. Но перед тем, как вживить прибор, ему нужна еще одна операция на сердце. Сейчас оно просто не выдержит. В Москве, в Питере, в клиниках нам отказали от кохлеарной имплантации. Будем надеяться на слуховые аппараты, на помощь людей, потому что у нас средств не хватает. На добрых людей. Да, сынок? Установить мощные слуховые аппараты Тёме нужно быстрее, но для Крайсвитних кажется это невыполнимой миссией. Сумма в 220 тысяч рублей для деревенской семьи из 4 человек глобально. Но если помочь всем вместе, то можно уложиться в ценное для Артема время. Достаточно отправить смс со словом «дети» на короткий номер 5542. И каждые такие нужные 75 рублей помогут Тёме вспомнить, как звучит его любимая погремушка. Николай Лесников, Алексей Абрамович, Игорь Быреев. Вести Кубань, Новокубанский район.